Новый просветительско-образовательный проект для школьников, студентов и взрослых «Университетские субботы» стартовал в столице в сентябре 2013 года. В рамках проекта заявлено более 300 мероприятий. Это лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, которые проходят не только по выходным, но и в будние дни. Мероприятия базируются в ведущих вузах города Москвы, музеях, историко-культурных комплексах. Направления проекта разнообразны и ориентированы на разную публику. Программы подготовлены не только для старшеклассников, но и дошкольников, учащихся младших классов. Предусмотрены различные формы посещения, среди них индивидуальные, групповые и семейные. Особенность проекта – его общедоступный характер. Посетить лекции, мастер-классы, экскурсии может любой ученик, студент колледжа или вуза города Москвы. Желание обогатиться знаниями и познать что-то новое и интересное. Именно с этой целью школьники старших классов и студенты высших образовательных учреждений и колледжей столицы собрались в стенах факультета физико-математических и естественных наук Российского университета Дружбы народов. Лекция доцента кафедры инженерного бизнеса и управления предприятием инженерного факультета РУДН Ларисы Андреевой открыла ребятам новые грани в области современных тенденций в менеджменте, труде управленца, эффективности деловых коммуникаций. Почему сегодня в большинстве бизнесов, в приличных офисах стремятся к тому, чтобы было многонациональное коллективное такое сотрудничество? Почему? Потому что каждый из сотрудников будет что делать? Привносить что-то что? Свое. И будет вырабатываться вот эта вот система понимания. Понимаете, понимание вот этого. Люди научатся понимать других. Потому что если мы будем понимать людей, почему мы стремимся язык понять? Чтобы понять культуру другого что? И иметь возможность вместе что делать? Работать. Да? Сегодня я пришла на лекцию по менеджменту. А мне эта лекция очень понравилась, она была очень познавательная. Я очень много узнала, что такое глобализация, вообще узнала очень многого о менеджменте. И, может быть, в дальнейшем я буду связывать свою жизнь с менеджментом. Культурный человек, он в любой территории, в любом народе, в любой культуре. Какой? С которым что? На букву «У». Удобно. Он удобный, понимаете? То есть культурный человек – это удобный человек. Он не сядет на вас в метро рядом. Да? Он не наступит вам на ногу, да? Он не будет портить ваше рабочее место. С ним всегда очень что? Удобно. С ним удобно в семье, с ним удобно в корпорации, с ним удобно в поездке, с ним удобно везде, потому что он культурный. То есть культурный человек – это удобный человек. И вот эта культура в корпорации, она тоже что должна делать? Воспитываться. Потому что сорняк растет что? Сам. Ни крапиву, ни лопухи сажать что? Не надо, вырастут. А вот розу или, допустим, какие-то красивые цветы, сколько труда нужно положить, чтобы они что? Прижились. Понимаете? То же самое культура. Для того, чтобы вам в корпорации было удобно, для того, чтобы как менеджер вы могли получить какой-то результат, вы должны создать удобную для себя среду и культуру, в которой удобно абсолютно что? Всем. Была достаточно интересная, увлекательная лекция с очень интригующим преподавателем. Действительно, это интересно, интересные моменты раскрывались, какие-то углубления. Из этого урока я вынесла, что действительно очень мало знаю об этом направлении. Хотелось бы продолжать изучать и углубляться в эту сферу. Ребята заинтересованно слушали преподавателей и задавали вопросы. Лекция превратилась в познавательные диалоги со спорами, доказательствами и размышлениями. Насыщенность потока информации – отличительная черта каждого такого занятия. Сегодня, наверное, мы выходим в системе количественной оценки труда любого менеджера. Мы с вами сказали, в глобальном плане оценка количественного труда менеджера в Китае, она самая какая? Высокая.
Это ВВП, это золотой запас, это прирост что? Ежегодный объем что? Производства. Это объективный результат. Да? То есть сегодня оценка труда менеджмента – это показатели какие? Цифра. Да? То есть в цифрах, а показатели, которые используются для количественной оценки, они, наверное, создаются на той территории, которая, ну вот сегодня количественный показатель нашего с вами субботнего мероприятия. Это ваше количество присутствующих, которых мы здесь с вами что сделали? Зафиксировали. Все ли здесь отметили себя? Все замечательно. Еще количественное какое может быть? Количественное может быть то, что вы сегодня потратили какое-то время, но для себя в душе вы поняли, что это потраченное время, ну, наверное, прошло, наверное, с пользой. Да? То есть какие-то нужные для себя моменты в поиске себя в этом глобальном мире вы, наверное, что сделали? Постарались что? Что-то понять. Я говорила достаточно медленно. Это было сделано специально, чтобы ну, попытаться как-то вас вот, да, объяснить. Потому что слишком большая скорость речи, она уменьшает систему восприятия прямо пропорционально. То есть, если говоришь быстро, значит, никто ничего толком что не поймет. Говорить нужно немножко. Поэтому был такой немножко замедленный вариант нашего общения. Итак, что такое глобализация? Мы с вами попытались что сделать. Понять, что такое менеджмент, попытались понять, место, эффективность и оценка труда. Полезли тоже попытались что сделать, понять. Наше с вами время, то, которое мне было дано на то, чтобы я вам пояснила этот вопрос, оно заканчивается. Осталось время, как мы договаривались, на ваши вопросы, ваши пожелания. На будущее, допустим, если мы будем встречаться, что бы вам хотелось еще услышать, узнать, в каком ключе. Вот так как сегодня общались, аудитория для меня совершенно неизвестна. То есть вы для меня терроинкогнито. Аудитория заинтересована, что выпускники хотят получить достойное образование, иметь хорошее место в этой жизни, и не в плане, допустим, какого-то материального, в плане и духовного развития. То есть будущее поколение очень приятно себя проявило пытливыми, желающими понять, да, желающими найти себя. Это было очень приятно. Мастер-класс по рисунку и дизайну под руководством старшего преподавателя кафедры архитектуры и градостроительства РУДН, вице-президента Итальянской культурной ассоциации Евроарте, прошел также ярко и познавательно. Гости проекта узнали о техниках рисования не только в теории, но и на практике попробовали овладеть кистью и карандашом. Итак, существуют обычные карандаши, да? Обычные простые карандаши. У них вот здесь есть степень мягкости или твердости, да? Простыми карандашами вы можете как чертить, так и рисовать. Но карандаш, предположим, мягкости H или HB, да, нужен для первоначальной стадии работы, когда вы
пробуете, находите, да, место своего рисунка в листе, я потом объясню, что это такое. Когда вы пробуете разобраться в пропорциях, да, в той или иной натуре, с которой вы работаете. А карандаш от 3B до 6-8B – это карандаш для быстрых набросков. У нас проходит мастер-класс, посвященный рисунку и дизайну. Освещаем общие вопросы, связанные с навыками, знаниями и умениями в области рисунка, рисования, и знаниями первоначальными, связанными с архитектурой и с дизайном. Конечно, нужно понимать, насколько профессиональными качествами должен обладать будущий архитектор или дизайнер. Такие навыки может получить любой человек в любом возрасте, независимо от образования начального, среднего или высшего. Особую атмосферу мастерской ребята ощутили в окружении полотен и мольбертов. В таком месте хочется творить и создавать. Учащиеся погружаются в атмосферу творчества и вдохновения. Как правильно выставить рисунок по композиции, как сделать штрихи и тени, что такое золотое сечение и почему оно имеет такое значение в дизайне. Ведущая мастер-класса рассказала о секретах искусства художника, наглядно демонстрируя перед ребятами все приемы. Карандаш. Я, предположим, провожу линию, да, и часть, я специально сейчас делаю другую штриховку, так называемую, да, для того, чтобы было видно. Вот теперь посмотрите, я беру ластик, да, что получается? Видите, я стираю все, что нарисовал. Я беру губку, если вы видите, да, все, что я рисовала, у меня остается, но еще плюс к этому добавляется другой штрих. Почему? Потому что вот эта губка, она с фактурой. Мне интересно дизайн и реклама. Я буду поступать в будущем на этот факультет. И мне очень полезно узнать новые техники рисования, как это делается, для чего это делается. И просто интересно и познавательный урок.